Здравствуйте, меня звать Владимир. Компания называется Владис. Занимаемся установкой и подключением солнечных станций, солнечных панелей, зеленая энергетика. Основная проблема у нас была, что я не мог сформировать команду, был полностью погружен в операционки, искал клиентов, вел переговоры, выставлял как бы счета, то есть договаривались о цене, контролировал материал, контролировал установку правильно или четко, запуски, то есть полностью всеми процессами управлял. Основная задача — это была реорганизация. Пытался нанять руководителей из других компаний. Об этом узнала моя жена, и она сказала: ни в коем случае, давай мы лучше купим бизнес-бустер. У нее был свой бизнес, она мечтала к вам попасть, но все, не было времени. В итоге она меня уговорила, и мы с ней вдвоем согласились пойти на бизнес-бустер. Сейчас занимаюсь просто стратегическим развитием. У меня 5 бригад. Сотрудница, которая занимается обеспечением там, жилья, автотранспортом. Вторая сотрудница, она занимается планированием. Какая команда куда едет, делает отчеты клиентам. Дальше у нас сегодня есть отдел контроль качества. То есть после того, как ребята закончили объект, приезжает сотрудник наш, который проверяет качество. Сотрудник, который занимается обучением, когда приходят новые люди, он полностью с ними, обучает их от А до Я, то есть все техники безопасности, установка и все остальное. И наймом у меня занимается как бы жена. Самое сложное — это внедрение. Именно внедрение — это обучение. Обучение в том плане, что что-то неизвестное. Когда что-то неизвестное, новое что-то внедряешь, очень много страхов, это все как бы невидимые призраки. Просто нужно идти, следовать по структуре, чтобы там ум не говорил: это не надо, это лишнее, это там то. Просто следовать инструкции Высоцкого бизнес-бустера, и все, и все работает на 100%. План у нас как бы X10. Сделать, да, по обороту. Хотелось бы развить несколько других направлений. Забрать нишу обслуживания, то есть полностью обслуживание, взять всех объектов, что мы делаем. И мойка, элементарная мойка панелей. Их в зависимости от региона от 1 до 2 раз в год нужно мыть. Бизнес-бустер я бы порекомендовал, любому начинающему бизнесмену, даже кто на этапе замысла открыть бизнес. Это бы ускорило ваш рост, не совершали бы так много ошибок. Ну и, конечно же, людям, которые, как они считают, уперлись в потолок, что все, вот, это максимум, что можно выжить с моей компании, обязательно нужно попробовать бизнес-бустер.